Сегодня днем на проспекте Альберта Камалеева башенный кран рухнул на 18-этажный жилой дом. И сам момент падения, и последствия сняли на мобильные телефоны очевидцы. В доме повреждена облицовка фасада и балконы на 14 и 15 этажах. Крановщик в момент происшествия был в кабине, но сумел самостоятельно ее покинуть. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Все подробности в следующих выпусках нашей программы. Он падает, смотри, он падает. Прикинь. Что он делает? Мамочка, он падает!